Часть вторая. Представляете, вот я только сегодня записал видос о своем хобби, о камушках. Вот тут показывал то, что я сегодня нашел. И сейчас мне приезжает член команды нашей, он очень часто ездит во Владивосток. Вот он сейчас приезжает с Владивостока и привозит оттуда целый мешок. Это для жены, для моей, со стеклянного пляжа. Есть во Владивостоке такой стеклянный пляж. Он сказал, полностью весь, вот он забыл. До этого он мне привозил с Байкала, кстати, целую коробку камней, галышей таких, которые я во дворе у меня сейчас. Тут сказал, если полить водичкой, то очень красиво. Ну да, я предполагаю. Вот, представляете? Вот это все стекло, причем какое-то, чуть ли не как бутылочное, где-то я тут даже увидел цифры какие-то. Вот смотрите, вот прям в тему. Вот, кстати, разговор о хобби. Вы представляете, только вспомнил. И подогнали мне целый мешок с галькой.